Так. Все лекарства. Во, кстати. О. Это, я не знаю, мне этот звук всегда напоминает кашель, как будто кто-то кашляет. Так вот. Это, оказывается, это вот эти клопы. Ну, короче, эти тараканы. Вот они там за решеткой. Вот. А мы сейчас тут. Сейчас мы через класс пройдем прям туда. У них, наверное, с легкими проблемы. Они обкурились они, и поэтому они кашляют. Так, патроны. Сколько тут? Вот на сложном уровне сложности там по 5, по 6 человек. Ой, по 5, по 6 монстров в каждом классе. Тут трое. Вот, это классно. Так, что у меня со здоровьем там? О, нормально. Кстати, вот, для пистолета у нас уже 200 патронов, значит, уже можно их тратить спокойно. То есть, если в классе будет много монстров, я их просто перестреляю, чтобы не мучиться с ними. Кстати, я кое-что сейчас заметил. По-моему, звуки намного более слышны, чем музыка. Сейчас я попробую так сделать. Звуки немного потише сделать. Ой-ой-ой. Еще. Так, это музыкальный класс, тут он закрыт. Теперь... Ой, фу. Слава богу, пробежал. Нет, все равно звуки очень громкие. Вот это сейчас амбиент играет вот на заднем фоне. Сейчас погромче сделаю. Такой ту-д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 у. Вот, он очень тихий. А звуки, наоборот, очень громкие. Вот я хочу, чтобы был какой-то баланс между этим. Ага, вот в чем прикол. Значит, музыка... Значит, вот этот амбиент, который играет на заднем фоне, почему он очень тихий? Потому что он считается как звуки. Вот я сейчас делаю звук громче, и сам амбиент на заднем фоне, он громче становится тоже. То есть вот я уменьшаю звук, и его почти не слышно. То есть он считается как звук, вот в чем дело. Блин, вот это отстойно. Блин. Тогда я сейчас общую громкость сделаю потише. Жалко, блин. Ну ладно, что, немножко с настройками повозили. Вот опять раздевалка. Вот, на этот раз альтернативная. Вот. В ней я тоже много раз заходил, когда первые разы я играл. Проверял все шкафчики, может быть, что новое появится. Тут у нас сейчас будет... Прикольно было бы, если бы они засунули не кота, а... То есть в обычной школе был кот. Здесь сейчас в альтернативной ничего нету. Прикольно было бы, если бы они сюда засунули маленького щеночка, например. Ну, просто для разнообразия. Вот. Типа в обычном мире тут этот был бы котик, а в альтернативном тут щенок. Было бы прикольно, наверное, чем ничего, если нету. Или отрубленная башка бы тут бы валялась бы какая-нибудь, не знаю. Так, и теперь прикол тоже. Вот, когда я первый раз играл, я очень испугался, и потом я об этом забывал, и каждый раз, когда я этот момент проходил, я вздрагивал, потому что было реально страшно. Фух! Вот этот момент, блин, вообще, я усывался от страха, просто пипец, блин. Вот. Тут у нас ключ от библиотеки. Вот, и тут больше ничего нету. Так. Я знаю, там дверь будет закрыта. Вот очень громко, да, получается?
Блин. Просто хотел, чтобы был бы какой-то баланс, а, блин, звуки громче. Вот, и вот здесь вот от первого лица, если, ну тут сейчас не видно, если от первого лица посмотреть, то там прям труп такой висит. Тут такие железки с этой стороны, а тут труп висит. Вот я от первого лица, когда буду играть, я во все такие места буду заглядывать, я все покажу. Вот, во все места. Вот, ну тут сейчас будет вроде закрыто. Так, тут это можно будет открыть с другой стороны, но нам нужно сейчас возвращаться наверх по карте. Вот мы сейчас здесь находимся. Нам нужно по наверх по карте возвращаться, потому что мы взяли ключ от библиотеки. Не-не-не-не-не-не, так, стоп, нет. Нам нужно сейчас спускаться вниз. Тот ключ, который мы смыли водой, он в самом низу. И когда мы его возьмем, мы уже пойдем сюда наверх, в библиотеку, откроем ее тем ключом, который сейчас нашли. И тот ключ, который вниз, он к этому классу. Так что сейчас нужно возвращаться обратно вот сюда. Тут сейчас закрыто, тут по лестнице не пройдешь. Вот сюда, в левый верхний угол карты возвращаться и спускаться в самый низ. О, вот такая вот тема. Опять погромче сделаю. Вот звуки выстрелов громкие, а звуки... Ну мне так... А вот эти звуки тише, блин, чем звуки выстрелов. Блин. Ну тут вроде... Нет, это тоже считается звуками. Блин, ну дерьмище, блин. По-моему, на самой PlayStation таких проблем нет. Это, наверное, в эмуляторе все-таки дело. В звуковом плагине. Плагине, хер его. Теперь бежим! Быстро, блин! Опять кнопки тормозят. Все забываю сменить эмулятор. Попробовать. Тогда придется карточку памяти копировать сюда. Что за хрень? Сзади еще один. Эти, блядь. Он еще жив. Только успел в дверь войти. Хочу посмотреть, здоровье нормальное еще. Просто очень громко, блин, сейчас уже темно на улице. Уже сколько сейчас я вот играю. Тогда я играл, был день. Я сделал перерыв сейчас. Продолжаю играть, но уже темно, поэтому громко очень получается, блин. Сейчас, так, в сортирах у нас. В сортирах мы были, когда мы телепортанулись. Так, все, пошли. Ой, блядь! Это я не ожидал, что он прям будет передо мной. Вот, блин, если был бы вид от первого лица, я бы увидел. А ты промахнулся. Так, а тут я везде был уже, нет? Да, здесь я уже был везде. Все. Первый этаж полностью обошли. Все. Главное вовремя успеть забежать в дверь. Вот ключ. Теперь нужно нам обратно идти. Так же, как пришли. Да через эти классы пробегать. Но я сейчас по-другому сделаю. Я войду не в ближайшую дверь, а в дальнюю. Я как сделал? Я сейчас войду в дальнюю дверь, посмотрю, что там. Если они будут очень рядом, я выйду обратно. Ну вот опять кнопки тормозят. Я хотел вот так вот пробежать быстро, но поздно среагировала кнопка, поэтому я, блин, ай, блядь, черт, почему я их не убиваю, а? Ну она, в принципе. Тут больше не надо будет бежать, поэтому я... А тут же у нас закрыто, куда я побежал-то?
Блин, я сам себя запутал. Надо было бежать сразу туда наверх. Ладно, на этот раз я их всех перебью сейчас. Надоело, блин. Вот это просто они меня отвлекают. Они меня кумарят, блин. Как говорится. А, не-не-не, не-не-не. Сейчас мы фонарик выключим и пройдем тихо. Вот передо мной я один. Тихо-тихо-тихо. Теперь побежали. Так, теперь дальше. Где они тут? Так. Вот они, один здесь идет, а другой чуть подальше. Аккуратненько пройду. По стеночке, по стеночке, по стеночке. О, все. Отлично. Ну так надо было раньше сделать. Так, тут еще двое. Тут закрыто. Сейчас я опять выйду. Я не хочу просто стрелять. Это очень громкие получаются звуки, блин, не знаю. Раньше вроде такой проблемы не было. Да и в настройках я ничего не менял. Мне, кстати, на телевизоре несколько этих, мне как в прошлом, не несколько дней, у меня же ключ есть. А, в темноте не видно. Вот, теперь готово. У меня несколько недель назад мне меняли матрицу на телевизоре, то есть полностью экран и все внутренности, потому что у меня там были полосы и пятно, это со временем появилось. Вот, и сейчас я стал замечать то, что когда ходишь в темноте, то, что, не знаю, видно на записи или нет, тоже видны небольшие полосы. Видно, да? Полосы вот тут вот видны. Или так должно быть в игре, или это у меня, мне матрицу такую поставили, надо будет, пока гарантия есть, еще 3 месяца они дали, позвонить, чтобы они поменяли опять. Если эти полосы действительно тут не должны быть, я посмотрю в других играх, я вот только сейчас заметил. Видно, да, вот такие вот полосы вертикальные. Я посмотрю в других играх, если будет то же самое, то я позвоню им, блин, пусть меняют, что это за хрень. Тут опять трупики висят, и тут, кстати, отрывок из сказки. Помним, да? Чё он не читает-то её? Странно. Не может быть, чтобы тут не было сказки. Тут она точно есть. Там вроде еще один отрывок был. Вот она. Просто по-другому выглядит. Вот эта сказка. Подсказка, как босса убить. О. Я не знаю, для дробовика у нас патронов мало, но я сначала постреляю в него из пистолета, чтобы он свою пасть раскрыл. Потом уже буду из дробовика. Вот патроны, кстати, еще. Сейчас, кстати, мы уже к боссу идем. Так. Тут я дверь открою. Тут перегородка. Сейчас опять фонарик выключим и пойдем. Сейчас я тогда, знаете, как сделаю? Я для YouTube специально чуть... Вот у меня яркость стоит на 55, я ее на 60 сделаю. Вот так. Чтобы было видно получше в темноте вам. Блять, тут закрыто. Надо ключ использовать сюда. А хотя туда тоже можно ключ, в ту дверь. Мне просто удобнее в эту сторону. Нет, значит, ключ только на ту дверь можно использовать. Заходим. Вот впереди прям один. Вот он. Вот, видно, да, его? Вот он. Вот он развернулся и пошел обратно. Вон он, один. Вот на сложном уровне тут человек 6 или даже больше. Ну, этих монстров. А тут сколько? 2. Я пока вижу 2. Он один прям на меня идет. Так. Все вроде, да? Вон еще один, прям рядом со мной! Он прям рядом со мной был! Ой, тут еще. Сейчас, секунду, я... В темноте Гарри не видит ни хрена, да, как целится. Хочу посмотреть, тут где-то должны быть еще патроны для дробовика на одном из стульев. Так, ну тут нету, тут их 3. Ну, 3 это еще нормально, он как...
На сложном тут 6 или 7, тут это вообще замес. Просто там вот, когда играешь на сложном, то очень вид от первого лица пригодится, потому что ты очень хорошо видишь, где они, и тебе удобно бегать между ними, пробегать, чем вот так вот. Ну все, тут патронов нету, они фиолетовые, их очень хорошо было бы заметно. Ай, блин, он меня в темноте заметил! Сука, блин. Вот уродец. Это лекарство у нас тут. Я как обычно шел, тогда было как, он прям в упор ко мне идет, разворачивается и идет обратно. Сейчас то же самое было, только в этот момент он меня почему-то заметил и пошел ко мне. И меня цапнул. Так, ну тут больше нет никого вроде, да? Да. Вот, у нас тут есть лекарство одно. Блин, стрёмно было мне, ёпта. 195. 12 патронов для дробовика и плюс 6 у нас в обойме. Кстати, хотите, я могу прикол сделать? Я могу сделать так, что... Не знаю, заметили они меня, нет? Сейчас выйдем и зайдем. Я... Вот Silent Hill Origins, если кто не знает, там есть такой achievement. Нужно игру пройти почти в темноте, то есть фонариком почти не пользоваться. Вот. В принципе, это легко сделать, когда вот так вот яркость побольше. Вот, тут на втором этаже тоже все обошли. Яркость, короче, ставишь, ну, не на максимум, но яркость увеличиваешь, и все видно, и без фонарика спокойно ходишь. Вот я хотел также первую часть пройти, и он никогда так не проходил. Так что, если интересно, я так пройду еще раз, когда буду играть. Пройду специально без фонарика, вообще в темноте, в полной. Так, ну тут у нас все, да? А, нет. Ладно, я побежал. Все, теперь мы к боссу идем. Я перед ним сохранюсь, потому что, скорее всего, я умру. Не разок, так другой. Только я сейчас как делаю? Я, значит, как делаю? Спускаюсь вниз. Решаем эту головоломку, чтобы дверь уже была открыта. Бежим, сохраняемся. Просто, если мы умрем, мы просто сохранение сразу прибегаем. Вот еще патроны для дробовика. Просто сразу прибегаем, чтобы уже головоломку не решать, не крутить эти. И все. Тут, кстати, тоже от первого лица. А, ну тут кукол нет никаких. А. Зато вот трупик висит. Так, и тут у нас тоже, тут стол у нас, на столе ничего нету. Видно, да, вот стол, но на нем ничего нету. Пустой. Тоже никаких, ничего, никто не висит, никого нету. И здесь у нас тут ничего нету. Так, значит так. Я сейчас помню, что нужно крутить. У меня, блин, капслок случайно включен. Так, нужно крутить. Так, так, так. Сейчас. Вот этот направо один раз сейчас точно. А вот второй налево или направо, я не помню, честное слово. Этот направо, это я точно помню. Потому что как я запоминал? Я когда решал головоломку, я все пути вот. Ну, то есть я как делал? Я. Все пути, которые возможны, то есть сначала налево крутил, смотрел, что будет, потом направо крутил, смотрел, что будет, все проверял. И самый вариант простой, самый быстрый вариант я записывал, но эти все записи куда-то делись, поэтому сейчас по памяти или так вот придется решать. Но. Вот я почему помню, что этот направо, потому что я как запоминал, я себе, у меня, я себе так сделал, противоположность. Этот кран левый крутим направо. А правый, по-моему, надо налево, по-моему, так. Но первый, но левый нужно направо, в первую очередь, это точно я помню. А дальше сейчас будем смотреть. Так, все, это мы оставляем. Вот этот налево или... Давайте сейчас попробуем один раз налево. Нет, еще хуже стало. Видите, вот этих зубцов много очень.
их много, это значит неправильно. Их, значит, нужно направо крутить. Значит, мы один раз повернули налево, сейчас мы один раз направо, типа обратно. Потом попробуем еще раз направо. Вот видите, их мало стало, меньше. Вот это значит правильно. Значит, нужно еще раз направо. Их опять много. Давайте еще раз направо попробуем, что ли, я не знаю. Во, отлично, во. А что-то мне почему-то так казалось, вот когда ты их крутишь, да, их не должно быть вообще, да, чтобы пройти. И мне почему-то так думалось, что когда ты их крутишь, если их много, значит, ты крутишь не в правильную сторону. Тебе нужно наоборот крутить, чтобы было меньше, меньше и меньше и меньше. Вот, значит, мы этот повернули направо, и этот направо тоже повернули. Два раза мы его повернули, да? Просто мы его налево крутили. Значит, направо. Сначала этот направо, потом эти два раза. Вот так, все. Теперь побежали сохранять. И как раз я сделаю другое видео. Уже более 20 минут прошло. Как раз другое видео у меня будет отдельно на босса. Если я буду дохнуть, я не буду редактировать, удалять. Я пишу как есть. Я ничего не редактирую. Вот. У меня вот... Я на своем канале рекламировал, так сказать, Dark Side Feel и DSP. Вот, ну действительно, я очень смотрю его видео давно, мне очень нравится. Вот он тоже так делает, он записывает прям как есть и ничего не редактирует. Я так же делаю, потому что, во-первых, это интереснее самому. Во-вторых, это честно. А то ты можешь отредактировать, типа, о, я прошел четко, с первого раза замочил этого босса, я, мол, крутой. А сейчас я ничего редактировать не буду, как есть, я так и оставлю, и все. Посмотрим, сколько я раздохнуть на нем буду. Все, и каждый раз, когда я буду умирать, мы будем возвращаться к сохранению. Быстрые сейвы я не использую, хоть я играю на эмуляторе. Опять же, я быстрые сейвы не использую, чтобы было все по-честному. Вот так. Так что побежали к боссу сейчас. Сейчас еще раз убедимся, что я везде был. Потому что сейчас мы, когда его замочим, мы школу покидаем. То есть вот эту. Так. Везде были, на чердаке были. Все. А у нас почему-то до сих пор, вот я не понимаю, вот все уже все пройдено, осталось только босса замочить. Почему-то здесь, вот где вот во дворе, в середине двора, до сих пор этот вопросительный знак. Почему это? Может быть, если туда сейчас сбегать, то что-то произойдет? Я вот не помню. По идее, давайте попробуем. Ну что, я никогда это не пытался сделать, только сейчас об этом подумал. По идее, вопросительный знак, когда какая-то головоломка, ты не знаешь, как ее решить. Но вопросительный знак, по идее, должен пропасть, если головоломка решена уже. Ну нет, тут это ничего не дает здесь, он ничего не говорит. Не, ну тут значит ничего нет. Просто почему-то остался вопросительный знак здесь. Не знаю. Ладно, теперь к боссу все. Не знаю, я обычно его все время прохожу по несколько раз. С первого раза я его убиваю только когда бластер есть мощный, желтый или зеленый. Я не знаю, у меня все время проблема, надо вовремя отойти от него, чтобы он тебя не сожрал. Вот у меня с этим постоянно проблема, блин. Моя слабая, это самое, ну как сказать. Самое проблемное место, короче, вот вообще во всех частях. Вот я не помню, в общем, если любую часть взять, только... Скарлетт из Silent Hill Homecoming мне больше проблем доставляет, чем этот босс. Реально, все остальное, вот у меня нет больше проблем, как вот эти двое. Все, сейчас мы сделаем паузу и уже тогда на следующее видео перейдем.